Это для тех, кто хочет остаться жить на Маврикии. Да, вот земля на продажу как раз. Land for sale. Нормальный кусок земли. Да. Около моря. Совсем недалеко. И совсем недорого. Море вон за теми. Идем покупать вьетнамки Игоря. Давай завтра. И вот 74. Что 74? Размер. Вот этот красивый цвет. Но мне кажется, маловато. Коротковато немного? Чего коротковато? Нормально? Нормалась. Не, просто у меня пятка вообще была. Нормалась это. Девочка вы 42-й. Да, для девочек 42-й. Тайские. На тайских девочек. Вот, 363 рубля. А поверни другой стороной. Да, додо голубое и додо зеленое. Салат разобрали, видно, реклама подействовала. Придется брать либо лук, либо базилик. Наверное, лук лучше возьму. Ну, зачем столько много лука? Цена лука 25 рублей, такая упаковка. Получается два зеленых, один такой. Ну, у нас наоборот. Зелень дороже. 98 рублей. Соевое масло. Соя. Это не плохо? Не знаю, никогда не жарил на соевом масле. Вот 44. Соя. Санфлавр. Подсолнечник нарисован. 42. Не думаю, что есть большая разница. Давай тогда стейки возьмем. Дальше, дальше, дальше. Вот, вот здесь. Игорь, иди сюда. Ну, бери любой другой, который понравится. Вот рубленый, смотри, кусочками уже. Цена 80, там 4 штучки. Мне еще интереснее. Выбирай. Вот, пожалуйста, потолще стейки, 105. Фланг стейк. Южноафриканский. Фланг это же живота. Что это? Это, мне кажется, свинина. Свинина. Порк. Это цена 145. Вот марлин, который мы вчера ели. В упаковках 138. Ну, это копченая. Ну, вот я ела такой в салате. Вот эти куски, да, были точно. Два кусочка, вот, 193. Стриплоин. Можно взять, чтобы завтра не ходить. Давай возьмем. Стриплоин пожарим. Стейк. 370 рублей. Дороже, чем у нас. За 27 ярче. А, подожди. Сколько грамм? А почему она дешевле? Номер 5. Ну, то, что надо. Ну, да. Одной хватит пока. Куркума. А, вот, да, внизу куркума написано. Куркума, порошок. Просто нет, на всех нарисована одна картинка, и содержание это разное. Это куркума была. Правильно. Это хрен его знает. Это тоже хрен его знает. Карри. Молодой спайс. 24. 24 рупии. Давай, бери. Моя большая пачка, нормальная. Это острая, это средняя. Middle. Медиум. Медиум бери. Медиум. Кофе. Офигеть цена. Вот, пожалуйста, классик, который самый дешевый, 158 рупий. 200 грамм, 278 рупий. А вот спешл 219. Вот тот же линк. 97 рупий. Сникерс и Марс. Баунти, Сникерс. Дороже. Твикс. Не намного. Продолжение предыдущего кадра, да? Да. Владелец отеля угостил баночкой пива. Парвес. Парвес, да. Маленький подарок, но это знак внимания. Потому что мы хорошие жильцы. Нам на третий, Игорь, этаж. Да. Нам на третий этаж. Сейчас мы эту баночку потеряем. Типа того, что мы пили лимона. Гулял, да. Все.
счастливый номер 203. Если кто поедет, это самый счастливый номер. Правда? Но скажи... Удачный номер. Удачный номер. Пусть будет удачный, как скажешь.